хорошо проходит. Защитников отдает под удар и бьет Яковенко. Готовился мягко, отдал туда штрафную площадку. А мы знаем, что Олег бьет сильно, издалека, умеет. Ведь это Плохин боролся за мяч. Мяч Яковенко. Павел Яковенко. Вот так навесная передача. И надо довести эту встречу до конца. Я думаю, что киевским «Динамо» это удастся. И мы, надеюсь, поздравим команду киевского «Динамо» с дальнейшим продолжением в этом популярном турнире. И вот Витя, следующий круг, то есть полуфинал розыгрыша кубка обладателей кубков европейских стран. Яковенко потерял мяч и малыми силами, но все-таки атака опасна. Это Халилович атакует футболиста «Рапида». Все-таки киевлянин Ивана Ерепчука сильно очень ударил и попал в голову Канцелу. Евтушенко. И Биланов. Все было хорошо. Чуточку пониже пошел бы мяч. Ну, посмотрите еще. Мало видели голевых ситуаций, на то, что мало забитых мячей, мы пожаловаться не можем. Действительно, отличное футбольное зрелище. Ну, а сейчас это уже. Я рассказывал вам небольшую историю встреч сборной Франции и СССР, а практически пересказывал, потому что об этом, обо всем писали накануне этого матча французские газеты, особенно спортивные. Атаки с французской сборной. Платини с мячом. Пас назад. Опасный момент. Наша отбивает. Это Демьяненко. Отошел назад Биланов. Пасует Заварову. Заваров пока на своей половине поля. И вперед устремился Яковенко на месте правого крайнего. Вот он один. Свободен. Пас Яковенко. Все совершенно правильно было сделано. Заключением передачи несколько сильно послал мяч вперед. Рад сильно бьет вперед. Биланов из глубины поля набрал скорость и шел по месту центрального нападающего. Яковенко подхватывает мяч. Опасное положение. Но мало наших игроков в штрафной площади, поэтому Яковенко пытается сам пробиться на ударную позицию. Мяч отбит в направлении Заварова. Заваров пытается во втором тайме. 0-0. До Платини мяч не дошел, и он же нарушил правила. Но судья снова не остановил игру и в этой ситуации действует верно. Хидиатулин. Родионов. Родионов с мячом, мяч в поле. Опасный момент, можно забивать. Удар поворотом, нет. Падает Яковенко и упускает изумительную возможность послать мяч в сетку ворот. Но здесь и было нарушение правил. Но свисток без носа. Смотрим еще раз этот эпизод очень внимательно. Конечно, раньше был Яковенко сбит с ног. А затем уже он... Все по правилам. Яковенко. Заваров. Пас. Яковенко. Ну, скорость. Хорошо уходит от Тигани. Остановка мяча. Аяш. Яковенко. Заваров. Эх, Заваров отбивает мяч в направлении Аяша. Тот на правый фланг. И в атаке хозяева поля. Фернандес. Опасный момент. Яковенко опережает соперника и добивает мяч. Посмотрите еще раз на угловой. Очень опасная атака и отличный пас. Финал европейского первенства или сегодняшняя команда, которой предстоит играть в Австрии и в Швейцарии на чемпионате Европы уже текущем. Молодцы хотя бы тем, что туда попали. Вот сравнивайте, проводите параллели. Есть минута окончания основного времени. Киевский «Динамо» в атаке. Удар издали Яковенко. Но в тот угол, где находился Яцинкевич. Ну, простите, Сапункевич. И вратарь забрал мяч. Сильно ленты
потянулись уже к центральной линии, к тому месту, где установлен кубок Советского Союза. Киевляне в атаке, Демьяненко с мячом, передача. Ну, будет удар, удар, мяч попадает в Метлицкого, еще удар, мяч в сетке ворот. Вот он, кубок Советского Союза. Вот они, игры решающие, вот они, уважаемые товарищи. Передать больше нет слов, что сказать. Тот, кто играл, может только ощутить, что это такое. Представляете? Всего-навсего в каких-то десятках секунд минскомовцы были уже от заветного приза. И киевляне громаднейшим усилием воли сравняли счет. Вот оно время, вот этот момент. Яковенко бьет, прекрасно играет защитник Метлицкий, бросается под удар, мяч отбивают киевляне, мощный удар поворотом, и тут уже вратарь бессилен помочь своей команде. И пока вы смотрели повтор этого эпизода, и основное время закончилось. Вот идет игрок киевского «Динамо», который спас свою команду от поражения, забив третий мяч в ворота минского «Динамо». 3-3. Вот это финал. Мячей в финал. Краснодар. Ну, сейчас, Виктор, информация о матче. Доносит до зрителей о том, какой выход. Как должен выходить? Кому показал арбитр желтую карточку? Позднякову. Самое опасное в футболе — это удары по ногам сзади. Когда футболист, владеющий мячом, не видит и не может защитить себя. Иван Еремчук, мне его особенно жалко. У него столько травм было, только не успеет поправиться, снова травма. И играть хорошо. Неужели хотелось бы, чтобы это была травма несерьезная? И тут же замена. Павел Яковенко, который, как мне говорили тренеры киевского, не совсем здоров, вот он сейчас выходит на поле вместо Ивана Еремчука. И у него было в этом году очень много болей. Простую площадку не удалось войти. Протасов просит и пока.